Спустя год после смерти Дэвида Боуи, память одного из самых значимых музыкантов 20 века решила увековечить и Королевская почта Великобритании. К выпуску готовится серия из 10 марок, посвященных Боуи. На них изображены обложки альбомов разных лет, включая последнюю пластинку «Black Star», которая вышла за несколько дней до смерти рок-звезды, а также фотографии с концертов. Набор из 6 марок стоит 11 фунтов стерлингов, более 800 рублей. Некоторые экземпляры, выпущенные Королевской почтой, на конверт наклеить не получится. Копия марки с обложкой альбома «Heroes» размером 43 на 43 сантиметра обойдется в 80 фунтов стерлингов, почти 6 тысяч рублей. Продажи стартуют в середине марта, но предзаказ самые нетерпеливые поклонники Дэвида Боуи могут сделать уже сейчас.